конференц-зале культурно-спортивного комплекса Казанского федерального университета «УНИКС» прошла всероссийская конференция «Вызовы национальной и региональной безопасности. Анализ и решение». Актуальность конференции подтверждена трагическими событиями в Пермском университете. Конференция началась с минуты молчания в честь погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Программа частично прошла в онлайн-формате с российскими и зарубежными спикерами. Эксперты выступали с докладами в 4 секциях. Не можем повлиять на отдельных членов общества, которые ставят перед собой такие антиобщественные, антисоциальные задачи. Я бы так сказал, но мы должны разработать систему мер. Я думаю, что это рано или поздно будет выработано, чтобы до предела уменьшить возможность повторения таких ситуаций, потому что, мы знаем, это затрагивало и школы в нашем варианте, города Казани. Это затрагивает, к сожалению, и высшие учебные заведения. После вступительного слова Андрея Большакова выступил Ришат Гусейров, проректор по общим вопросам Казанского федерального университета. Он отметил, что есть очень много вопросов и по обеспечению безопасности вузов, и то, как у нас в университете ведется определенный мониторинг, как выявляются лица, склонные к жестоким действиям, и как дальше действовать по отношению к ним. Вопрос в том, что все-таки что мы можем сделать у себя дома, в частности, в республике, в университете. Каждый должен об этом задуматься. Может быть, начнем каждый со своего дома и пойдем дальше. Андрей Большаков также подчеркнул, что отдельная секция предоставлена для молодежи, которая может высказать свои предложения, внести рекомендации и проанализировать проблемы. Надеемся на дальнейшее расширение и углубление нашего сотрудничества с рядом российских коллег, которые заявлены на конференцию, и, безусловно, с представителями других иностранных государств. Энджи Минибаева, Андрей Багаутдинов, Универньюз.